Интересное решение, о котором хочу рассказать, и которое сейчас монтируется в современном строительстве и, в частности, в такой вот электрощиток. Как видите, на данном этапе здесь еще только идет монтаж, но электричество уже здесь разведено. В данном случае я покажу вам такой вот фурничный программатор часовый. Что это такое? Вот если мы вот так откроем, здесь, по сути, такие вот часики видно, и с помощью такого устройства можно запрограммировать, к примеру, любую розетку или любой выход, который идет у вас там в квартире или доме, и он будет включать или отключать оборудование ваше, исходя из заданного времени или промежутка времени. Это очень удобно, потому что таким образом вы можете настроить, например, полив или включение какого-нибудь вентилятора, его же выключение, охлаждение, вытяжку, все что угодно. Кому интересно, также покажу качество монтажа. Обратите внимание, все проводки стоят на месте и все разведено в принципе правильно и грамотно. Напишите в комментариях, сделали бы вы лучше или дайте, может быть, оценку данному монтажу.